Приветствую всех подписчиков моего канала, кто интересуется темой дроны, ФПВ-дроны и вообще кто случайно оказался сейчас на моем канале и смотрит данное видео. Я в предыдущих видео рассказывал о дронах, которые я собрал, ФПВ-дронах, 1.5. Другой 7-дюймовый. Вот. 7-дюймовый. Пока суть до дела до начала навигации, будем так говорить, аэронавигации. Я постоянно что-то меняю. Непосредственно в 7-дюймовом дроне. То винты поменял на красные, то мотор один перемотал, то перепрошил опять. Что-то мне не нравилось, как он в комнате летает, будем так говорить, в комнатных условиях. Задирает перед. Сейчас вроде как нормально. Ну а потом, учитывая все вот эти полеты в домашних условиях, я решил, что надо как-то защиту поставить не столько от дрона, сколько от мебели и стен и ламп квартирных. 8 лет отставить. 6 лет назад, когда я начинал учиться управлять дронами, а у меня тогда были, ну, был один, первый самый улетел у меня при первом же запуске в неизвестном направлении. Сима X8. Вот. Затем я взял, через месяц я взял второй. И учился уже управлять им в очень в ограниченном пространстве. Учился его удерживать высоту, летать, взлетать, садиться, удерживать равновесие. Потом с камерой, с экшн-камерой летал, что-то снимал. Это можно даже проиллюстрировать. Вот. И потом, в конце концов, я уже поменял сим на Banktos. Потом и SG-907 был. И потом пошли самостоятельные сборки. Вот. Но когда я учился летать, управлять квадрокоптером на Симе, в Акро, это происходило все в Акро, в комплекте у меня была вот такая вот защита. Вот такая защита. Первую защиту я разбил, потом я заказал с учетом моего, так сказать, профессионализма несколько комплектов. Но пока они пришли, я уже научился управлять квадрокоптером и летал без защиты. А тут я что-то решил, а нельзя ли, и у меня этой защиты, я как-то полез в ящик, где у меня там запчасти от Симы, моторы и все остальное, что там осталось. И увидел вот эти вот комплекты. В большом количестве комплекты этой защиты. Ну, так подумал, что раз я пока летаю в ограниченном пространстве с риском как и для дрона, так и для окружающей среды, а нельзя ли использовать эту защиту? Ну, если вы видите, с этой стороны у защиты довольно-таки ровная площадь, поверхность. А вот с этой уже не... Вернее, наоборот. Вот с этой стороны ровная поверхность. А с этой не совсем. Хотя, в принципе, можно пробовать и с этой. Но тогда винты надо иметь подлиннее, побольше. У меня здесь девяточка была, вообще-то на десяточкой.
Хотя можно было и попробовать ее десяточку. Но меня вот эта сторона больше интересовала, прельщала. Я решил попробовать использовать эту защиту. Как она будет смотреться. Ну и что же у меня из этого? Ну, для этого надо снять эту защиту. Эти вот колпачки. И прикрутить сюда вот эту. Сейчас мы попытаемся это сделать. Ну, как я сказал, для этого нам надо раздуть лучи. Взять отвертку и раскрутить. Ну, я не буду показывать процесс весь раскручивания и прикручивания. Я думаю, что этот процесс вам не очень интересен. Поэтому я сейчас выключу камеру и покажу вам результат. Видите, как все просто. Только наоборот немножко. Получается, как и защита, и как ноги. Сейчас я прикручу и покажу вам результаты. Ну, в общем, получился такой вот паук. Видите? С такими вот лапами. Вот. И если он касается где-то стенки, то винты не достают. Не знаю, эта защита стоила копейки. Вот. И она у меня вот так лежала без дела. А теперь я ее поставлю и при первых полетах буду использовать. А то вдруг где-то что-то перевернется. Когда он у меня полетает немножко, освоится, я ее сниму. Так что вот такое ноу-хау. Симины ноги для 7-дюймового ФПВ дрона. Лайков я у вас не прошу. Это не обязательно. Я за лайками не гонюсь. Просто мне такая вот пришла идея в голову. Может, кому-то тоже она пригодится. Так что такой вот рад с предложением в нашем сообществе. Ну все, пока.